Мы с вами можем прожить без воздуха не более 3 минут. Проблема чистого воздуха в городах – одна из главнейших экологических проблем Кыргызстана. Сокращение площади зеленых насаждений, увеличение выработки углекислого газа СО2, повальная застройка, что мешает проветриванию. Как вывод, из одного из самых зеленых городов мы возглавили список городов с самым загрязненным воздухом. Это, в свою очередь, напрямую влияет на увеличение роста заболеваний дыхательных путей, онкологии. Может быть, эта проблема не всегда видна, но предпринимать меры необходимо срочно.